границы Польши. Вот, мне дали путевку в санаторий Министерства обороны в Алушту. Я впервые приехал с отцом в Крым. Отец подошел к воротам. Я так понял, что он подошел к дому, где родился и вырос, где жили его родители. Предлагали на генеральскую должность за Байкале, вот. Это Кутаиси начальником бригады, потом начальником штаба авиации армии Тбилиси. Я везде отказывался. Я сказал, что или в Севастополе направляйте меня, или же километров 500 от Севастополя, так как мои предки непосредственно с Севастополя, Байдарской долины. И я хотел служить на родине предков, заканчивать свою службу.